Кто-нибудь объяснит мне, почему моя посылка задерживается? Извините, доктор Бергер, система отключилась, какая-то блокировка. Мы над этим работаем. Это очень хрупкий груз. Мне нужно, чтобы он немедленно попал в отдел психотроники. Наша команда ищет причину неполадок. Работу она закончит через несколько часов. Несколько часов? А еще что-нибудь можно сделать? Нет, но раз у вас есть свободное время, можете позвонить мистеру Ю и попросить разрешения перезапустить всю станцию. Это немедленно решит проблему. Это же бред! Но раз бред мы не обсуждаем, тогда вам просто нужно подождать. Может, я сам этим займусь? Я умею работать в условиях микрогравитации. Да ради бога. С дыхательным аппаратом.
Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Доброе утро, Талос. Каждый сотрудник обязан ежедневно отчитываться о выполненной работе. Если вы не можете явиться на работу, оповестите непосредственного начальника. Вот вы где. Морган, я подготовила еще припасов. Берите, что нужно, не стесняйтесь. Хотя, кто тут стесняется? Морган. Морган! Доктор Ю! Рад вас видеть! Я боялся, что не доберусь сюда, но мне повезло. А, надеюсь, вы не против. Я воспользовался фабрикатором. Я нашел подходящие материалы и сделал несколько запасных канистр для вашей гипс-пушки. И еще хочу показать вам этот комплект. Он оптимизирует потребление жидкости, не снижая эффективности оружия. Держите. Я так долго гадала. Морган. Я более автономна, чем стандартный оператор. Это видео засекречено. Полагаю, только живой человек может взять на себя ответственность. Я пытаюсь получить к чему-нибудь доступ, однако большинство систем заблокировано.
Не волнуйтесь. По крайней мере, о нас. Я и Январь, мы справимся. Мне всегда Морган, казалось, наконец-то. Что сознание теперь мы можем прослушать запись. На вычисление. Это шутка? Здесь гораздо лучше, чем в ящике. Но, похоже, мы все равно в ловушке. Жаль, что я не могу попасть в каюту. Семья Ю натворила много бед на Земле. Мне не хочется бросать. Теперь они играют со звездами и не боятся сгореть. Интересно, зачем вы впустили нас в зал и заставили смотреть на горизонт? Острый, режущий, голодный. Вы окружаете себя машинами, вещами. Они вас не спасут. Вас они тоже сожрут. А когда они сожрут вас, может, я возьму ваш костюм, стану МЮ и попаду в шаттл? Открытия, сделанные на борту Талоса, указывают на фундаментальную природу разума. Сознание в той или иной степени присуще всем формам материи. Значит, можно допустить существование организмов, способных усваивать сложные формы нашли сознания. Нашли способ выбраться со станции. Вы о чем? Они пожирают разум? Да. Это как такое может вообще существовать? Это в вашем духе заставлять меня ждать. Морган. Процедура тестирования номер 29, вариант С. Испытуемый D010655-32. Испытуемый 32 в помещении. Всем включить психоскопы. У вас есть родные? Приготовите фон какоплазмус. У меня есть дочь. Они забрали меня у нее. Мне обещали, что я увижу ее снова. И я все подписал. Всем сосредоточиться. Как вы должны ненавидеть свои семьи, если делаете такое? Я слышу это в ваших голосах. Отслеживайте его показатели. 32-й проявляет беспокойство. Повышен кортизол, учащено сердцебиение и дыхание. В пределах допустимого. Взгляните на меня. Смотрите на человека, которого убиваете. Мимик готов. Допуск на открытие. Морган. Давайте. Убейте нас обоих. Открыть. Образец сифон какоплазмус в комнате с испытуемым 32. Я не понимаю. Морг. Вам стоит навести порядок в инструментах. Не хотела бы я увидеть вашу каюту.
Вы провели процедуру, которая убила его? И вы знали? Так. Представьте, Морган. Я думала, вы помогаете мне. Вы спасли меня ради этого? Для очистки совести? Ради прощения? Отец был прав. Вы не понимаете. Ваш отец, мать, ваш тупой запутавшийся брат. Вам не понять, что значит семья. Вам даже не понять, что значит быть человеком. Не пошли бы вы к черту. Возможно, коралл — резервуар для энергии, которую тифоны накапливали. Хм. Нет, не думаю. По-моему, коралл невероятно похож на нервную систему. Вы думаете, тифоны создают разум без тела? Ну, это просто догадка. Если бы я мог его изучить... Мы в этой ситуации, потому что стали изучать их. Я не понимаю. Мне гораздо лучше. Ноги в порядке, зрение четкое, лекарство сработало. Морган, коралл распространяется по станции. Сомневаюсь, что тифоны будут растить его бесконечно. Он им для чего-то нужен. Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать. Доброе утро, Талос. Наш штатный психолог доктор Коль предлагает всем, кто страдает от нарушений сна, хронического стресса или депрессии, записаться к нему на прием в травмпункте.
Морган, Январь права. Это были не вы, но я слышу ваш голос. И голос моего отца. И
Это были не вы, я знаю. Вы спасли меня по собственной воле. Вы не тот человек с записи. Что-то изменилось. Мне нужно осознать это. Мне лучше. Я сделаю все, что смогу, чтобы вытащить нас отсюда, но возьму запись с собой. Если вам правда нужно прощение, вы поможете мне доставить ее туда, где она должна быть. К чему бы это ни привело. В нашей лаборатории есть 30.
Альфа. Экспериментальный. Я вас вижу. Журналистки можно работать. Я хотела бы собрать данные, если позволите. Thank you.
Запрос нового оператора. Научный оператор Сигнала-495 готов. Не заденьте проем. Калибровка. Ugh!
Согласно инструкции, перед процедурами вам не следует есть, пить и курить. Но ее... Выполняю проверку. В лаборатории симуляции никого. Не считая Игве, но он там на всю ночь. Видел фотки его дочери Майи? Это не дочь, а жена. Ты шутишь? Нет, она умерла, когда Игве был моложе. Это есть в его деле. О боже, ты видел его дело? Да, во время проверки. Искал психов, которых так боится начальство. Он вроде как пришел домой, а она мертвая на полу. Аневризма. Всю жизнь изучаешь мозг, а он тебя подводит. Люди постоянно стыдят всех за... О, боже! Ты уже это говорил, но вряд ли он тебя слышит. Он не заглядывает на этот пост, будь уверен. Морган, этот огромный тифон появился, когда вы установили нейромоды чужаков. Они охотятся на вас. Я предупреждала.
я нашла побочный проект, связанный с дистанционными пси-сигналами. RPSS-X5. Думаю, он может сымитировать ваш нейрослед. Проще говоря, с его помощью вы избавитесь от этого нового тифона. Судя по записям техников, спутник повредили. Вам придется заменить деталь. Калибровка. Thank you.
отключается. Желающих к нам не верить.